вечер. Добрый вечер, дорогие друзья. Очень-очень рады видеть всех вас. Для нас большая радость, что вы все, несмотря на холодную погоду, пришли в этот замечательный клуб. Сегодня у нас очень радостное событие. Это, собственно, презентация дебютного диска, который мы записали в прошлом году. Вышел он на лейбле ArcBeat при поддержке, соответственно, клуба Алексея Козлова. Поэтому вопрос с проведением презентации был сразу решен. Я бы хотел представить музыкантов, которые сегодня играют для вас. На гитаре композитор-аранжировщик, лидер собственного проекта. Также мы сегодня сыграем пару вещей. Олег Завьялов. Самый сильный барабанщик Москвы, педагог с большим стажем, также мультиинструменталист Александр Иванов. Солист биг-бенда Игоря Бутмана, композитор, также бенд-лидер собственного ансамбля Александр Довгополый. И наш новый участник, талантливый пианист Вячеслав Быстров. Первым номером прозвучала композиция «Новый фанк», а сейчас мы хотели немножко переместиться на восток и сыграть вам песню под названием «Легенда Кавказа». Thank you.
Вы знаете, очень часто после записи пластинки перед многими музыкантами стоит вопрос. Ну, записали, хорошо, а что же дальше? Так вот, у нас есть уже ответ на этот вопрос. После записи прошло уже больше полугода, и за это время у нас появилось несколько новых композиций, которые пока что нигде не записаны. Поэтому премьера, как говорится, внимание, премьера. Прозвучит композиция, которая совсем недавно, этим летом буквально, появилась у меня в голове. Причем появилась на пляже в Турции, соответственно, и носит она название «Турецкая фантазия». Thank you.
соло на электронном саксофоне, электрик вводит инструмент. Александр Довгополый, ваши аплодисменты. Следующая композиция, она вошла в пластинку, называется «Зимнее солнце». Thank you.
сделала зимнее солнце. Следующую композицию мы хотели бы исполнить квартетом. Это романтическая баллада. Посвящается всем влюбленным, да, всем мальчикам и девочкам, которые испытывают или испытывали, или будут испытывать, собираются испытывать это светлое чувство. Итак, композиция «Первая встреча». Thank you.
Спасибо. Это была первая встреча. В завершении первого отделения у нас есть специальный гость, а точнее специальные гости. Замечательная саксофонистка Кристина Тисанчина. Кристиночка, пожалуйста, приглашаем. Кристина тоже неоднократно выступала с нами, знает программу лучше всех нас. И мы решили сыграть с ней несколько композиций. Первая будет называться «One for L». Эту пьесу я посвятил одному из своих любимых музыкантов, бас-гитаристу из Канады, Алан Корону. Итак, композиция «One for L». Thank you.
Кристина Тисушина, саксофон. Вячеслав Остров, клавиши. Олег Завьялов, гитара. Александр Иванов, барабаны. Меня зовут Алексей Заволокин. Мы сделали небольшой перерыв. Важное объявление. Имеются с собой диски. Конечно, как без них. Сегодня презентация. Я взял для всех желающих диски. Совсем недорого, всего 300 рублей. Так что, кому понравилась музыка, кто хочет, как говорит один известный артист, кто хочет сохранить память о сегодняшнем вечере, то можете приобрести диски. Мы вернемся после небольшого перерыва. Спасибо. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем. Немного рока прозвучит для вас. Мы сыграем две композиции, которые написал наш гитарист Олег Завьялов. Первый из них называется «Цейтнот».
Следующее произведение мы сыграли в квартете. К нам присоединяется Вячеслав Быстров на клавишах. Композиция также написана Олегом. Философская. Называется «Дума». Thank you.
композиция «Дума». А сейчас к нам вновь присоединяется очаровательная Кристина Тесачина на саксофоне. Прозвучит композиция, которая также вошла в альбом под названием «Бархатный сезон». Thank you.
Спасибо. И вновь еще одна премьера. Композиция, которую мы впервые исполняем живьем, которая еще нигде не записана, не издана. Называется «Пятая звезда». Пристегиваем ремни. Летим. Thank you.
Спасибо. Кристина Тисанчина, альт-саксофон. Ваша болезнь. Еще одна лирическая композиция прозвучит. Также с нашего нового альбома под названием Love Game. Thank you.
Спасибо. В заключение нашего концерта мы приглашаем нашего саксофониста Александра Долгополова присоединиться. Прозвучит веселая, задорная композиция, которую я посвятил одному из великих американских музыкантов, бас-гитаристу Виктору Вутону, и назвал эту пьесу «Blues for Vic».
Спасибо большое, друзья. Спасибо. Для вас играли клавишные инструменты Вячеслав Пестров, золотой саксофон России Александр Дожнополый, а также электронный саксофон. На гитаре Fender Stratocaster Олег Завьялов. На барабанах Александр Иванов. Меня зовут Алексей Кровотин. Спасибо вам за теплый прием. Диски есть в наличии. Подходите. Спасибо. Ну а тут так оно, друзья, раз вы настаиваете. Мы сыграем вам композицию, на сей раз не нашего авторского сочинения, но тем не менее энергичную дрововую пьесу, которую написал один великий бас-гитарист в соавторстве с великим саксофонистом. Речь идет о Маркусе Миллере и Дэвиде Сэнборне. Композиция «Run for Cover» – «Бег по крышам». Thank you.
спасибо за теплый прием. Вячеслав Быстров, клавиши. Александр Добропольский, альт-саксофон. Олег Завьялов, соло и ритм гитара. Александр Иванов, барабаны. Меня зовут Алексей Заволокин. Спасибо вам огромное. Подходите за дисками. Спасибо.